Все, пошли. Проходи. Нет, она тебя не съест, не бойся. Она же маленькая. Тетя моя лапочка. Все, удобно сидеть спереди? Ага. Нравится? Ага. Все, сиди. Поедем. Куда мы едем? Туда пойдем. Там на этой ногу. Давай в ногу, да, чуть-чуть? Ага. Тут. Что сделаешь? Побью. Можно. А, подожди, не надо спать, доча. Нам осталось ехать тут пару минут. Сейчас мы уже приедем. Все, погнали. И на шарики. И на шарики обязательно. Ты сама или помочь, дочь? Иди, заходи. Вот материальное кино. Да. Ага. Три. И тут экскаватор это, да. А то так не надо идти. Да, пошли. Один воппер, один чизбургер, две картошки фри, средний. Ау. Мороженое? Давай. Ага, одно мороженое. Какое вам мороженое? Ну, для ребенка любое. Сандвич-кан и клубничный есть. Клубничный. И сок маленький для ребенка. Яблочный или апельсин? Яблочный. Да. Опа. На, мороженое твое. Много соуса, огурцы, помидоры и, собственно, котлета. Котлета не сухая. Смеля. Давай помогу. Я. А, сама хочешь? Ладно. Очень вкусный бургер. Хотя здесь есть и ценовая категория, скажем так. Если взять подороже, бургер будет сочнее, вкуснее. Если, например, сравнивать бургеры в Москве и в Казани, в принципе, отличие не очень большое. Ну, картошка фри, как картошка фри, она горячая. Хотя иногда в Макдональдсе подают холодную картошку фри. Я, кстати, с ними иногда ругался, говорил, подайте мне горячую картошку фри. Дочь, например, у меня любит, обожает. Прямо с детства ее мама научила есть вот эти фришки. Хоть у нас идет вот эта борьба за ппшное питание, но дети всегда привыкают к плохому быстро. А отвыкать это очень тяжело. У папы навестила. Это сыр? Да. Вкусный? Да. Ну ладно. Пап, Максим, вот она вот эта. Да. Можно
хотят показать то, что во время вышли, 20:45 время выхода, наклеечка на одежду. Заходи, доча. Эй, ты чё такая свинушка, а? Все вещи испачкала. Дай поцелуй. Давай, все, иди. А, подожди. На. Я так приклею. Пошли, куда пойдем еще? Давай, держись. Давай. Не упаду. Не упадешь, не бойся, давай. Опа. А туда можно, да? Че ты боишься? Гопа. Нет. Молодец! Пошли игрушку покупать. Ага. Пойдем. Вот сюда. Здесь. Это будешь покупать? Ага. Все, давай, бери. Пошли. Там Эльза, Олаф, Христоф и Иоанн. А, да, Анна еще. Все, пойдем. Да. Тебе понравилось? Ну, здорово. Пойдем. Пошли, малышка.
Как же она едет? Ой-ой-ой-ой-ой. Все, друзья, пора прощаться. Всем большое спасибо. Доча, скажи пока.